Мешканці Гагарінського плато 5/2 бояться зриву опалювального сезону у їхньому будинку. Це через конфлікт між ОСББ та житлово-будівельним кооперативом «Престиж-7». Люди запевняють, у 2019 році відмовилися від послуг ЖБК та об'єдналися, щоб управляти будинком самостійно. Втім, кооператив технічні документи надзім не передав. А «Одесагаз» відмовляється укладати договір з ОСББ. Саботаж, коллапс и просим помощи, чтобы заключить договор с Одессагазом, потому что будет просто беда в доме. У нас проживает большое количество маленьких детей, стариков, и остаться без отопления в отопительный сезон по сговору господина Невзорова и Одессагаза мы просто не можем. Верховным судом было подтверждено законность создания ОСМД. Общество «Одессагаз» отказывается заключать договор на распределение газа с ОСМД «Гагаринская плата 5/2», мотивируя тем, что якобы у них есть договор с кооперативом, который не является управителем дома, не имеет права обслуживать этот дом в связи с тем, что, опять же, есть судебное решение, которое вступило в законную силу. Проте представники ЖБК «Престиж-7» мають свою версию. То, что наши представители ОСББ говорят о том, что жильцы не хотят поменять «Престиж» на ОСББ, это все, к сожалению, ложь и вранье. Некоторые жильцы уже начинают продавать квартиры в нашем доме, потому что не могут жить в таких условиях. По факту того, что нас тогда не допустили до котельной, ведется разбирательство. Есть уже вот вытяги с ЕРДРов я сделал по поводу незаконной деятельности представителей ОСББ.